Добрый день. Сегодня мы будем решать проблему с диском. А точнее вот. Запускаем The Sims 3 Show Business. Нажимаем Play. Диск с игрой не найден. Пожалуйста, вставьте диск The Sims 3 сверхъестественное. Да, иди в. Не удалось запустить игру. Ну и ладно. Даже мы если делаем, не знаю, использование файла, допустим, и запускаем, допустим, вот это. Сейчас. То есть можно запускать через. Сейчас, откуда? То есть. Так. Компьютер. Конец. Program files. Electronic Arts. The Sims 3. Show Business. Game. Bin. И это вот. TS3 EP06. Если вам не удалось, он все равно требует вам диск, не знаю. Мы делаем, что мы делаем? Берем. Я вот скачал The Sims 3 сверхъестественно в формате WinRAR. Можно самому сделать формат WinRAR. Ну, скачать в формате DemonTools Lite. Ой, какой DemonTools Lite? Чё я несу? В формате ISA, вот. Чё я несу, а? В общем, в формате ISA. И потом делать его в формате WinRAR. Я сделал его так же само вот с игрой Show Business. Она у меня была в формате ISA, потом я его буду переделывать в формат WinRAR. Причина того, что я хотел его поставить, да, именно игру положить, говорится, на флешку. Она говорит, что мало места. Это было довольно много. То есть я, получается, извлек из формата ISA в простую папку, потом из формата простого формата сделал формат WinRAR, и все работает. И можно так же самое, это вот одинаково, то есть этих два формата ISA и WinRAR. То есть можно извлечь файл просто так, ну, формат ISA, и можно, ой, что я несу, ну, WinRAR можно извлечь как WinRAR, и можно формат ISA извлечь
как WinRAR. И можно то же самое вот так вот его перенести или кнопкой добавить образ. Потом находим образ, допустим, наш, допустим, рабочий стол, да, вот наш. Сверхъестественно, да, открыть, потом нажимаем сюда и открыть. Да, и дальше левой кнопкой мыши монтировать в SCC. Мы смонтировали и потом зачем закрываем это. Вот, там тут осторожнее нам не нужен будет. И запускаем шоу-бизнес. Нажимаем play. Он то же самое выдает. Но. Так. Запись возобновлена. Итак, мы bin. И запускаем вот это вот. Через TS3EP06. Это получается как кляк. Итак. Игра может так же самое запуститься. Вот. То есть мы пускаем через эту вот. Через вот маленькую кнопочку. Запускаем. Затем игра может запуститься, пойти загрузка и выдать вот то же самое, вот это вот. Про диск с игрой не найден. У меня то же самое было